Всем привет, с вами VP Games. Сегодня мы осматриваем игру Battle Wagon. Ну, в общем, предыстория самой игры заключается в том, что король умер, оставив жене и маленькому сыну королевство. Естественно, с управлением они не справились. Вот, и как бы произошло что-то типа революции, и захватили королевство, а их сослали в ближайшее королевство Ирландии, на одном только вагоне. Там сына встретил будущий наставник и обучил его всему, и там он начал строить вагон. Странная, конечно, задумка, но игра забавная. В общем, сама игра заключается в том, что у нас есть вагон, который должен в уровне пройти некие испытания. Либо проехать, либо в что-то попасть. Вот. Естественно, со временем прохождения игры этот вагон можно улучшать, добавляя в него новые новшества. Типа вот колеса, там подвеска, оружие, защита и все такое. Это все открывается. Вот. Здесь как бы будут здания, которые надо будет захватывать. И такие бонусные раунды, где надо будет помогать обычным гражданам за какое-то количество золота, естественно, на развитие самого персонажа. Ну вот, в общем-то, как-то так. Всем спасибо. Счастливой игры.